Неофициальная и приятная дата. Всемирный день друзей отмечается в предстоящее воскресенье 9 июня. История умалчивает о том, кем была придумана эта дата, но это нисколько не мешает празднику набирать популярность во всем мире. Тем более, что важность дружбы в жизни даже имеет медицинское подтверждение. Считается, что люди, сумевшие сохранить друзей в течение всей своей жизни и поддерживающие общение с ними, живут намного дольше, чем те, кто так и не нашел родственную душу. Дружба для нас – это, наверное, постоянная поддержка, возможность разделить радость и даже печаль. Но дружба – это очень важный момент, наверное, в жизни любого человека, и без дружбы будет очень трудно прожить, сложно и не так интересно, наверное. Вот что для нас дружба, я полагаю, да? Ну, дружба – это также духовная связь. Главное – понимать друг друга и быть на одной волне. Да, это истинная дружба. Это когда человеку можно доверять как себе, вот дружба. В трудной ситуации он тебе поможет и не спросит, и денег одолжит, и не скажет, для чего и зачем. Ну, друзей много действительно не бывает. Дружба для меня – это очень важное чувство, скажем так. У меня немного друзей, но на каждого я могу положиться. Знаю, что пускай их там, может быть, на пальцах одной руки, но знаю, что если позову, то придут. У меня есть подруга такая замечательная. Мы с ней, наверное, уже лет 30 с чем-нибудь дружим. Вот. У меня приятелей довольно-таки много, но подруга вот такая вот одна. А дружба – это как уважение, взаимоуважение, внимание, доверчивость, отзывчивость. Вот в этих словах все сказано. Для меня дружба – это все на самом деле. Все познается в дружбе, это в всяких ситуациях сложных. У меня друзей очень много по всей России. Я как бывший военный, из Суворовского училища это всюду есть. У меня после военного училища друзья по всей России разбросаны. Дружба – это все на самом деле.